В ефірі новості Мордора. Ми нічого не придумуємо, ми тільки інформуємо. Гвардейцы-десантники, вы окружены, шансов нет. Дальнейшие ваши действия – бесполезная трата времени и сил. Хохлы резко выходят, включают громкоговоритель с женским плачем. Ебануты же все. И вот двое уже психологически откинулись уже, ехали с ума. Мужской голос там, ор, либо женский плач. Блять, вот твари. Неподалеку от нас, ночью, короче, в патруле ходишь, они в лес колонку выносят, и эти голоса включают, эти женский плач, там этот оры, Ну это психологическая атака, блядь. Да, да. Специально делают так, уроды. Да, да, да. И у нас мы жрем, что попало, вот в дома заходим, там, погребы там. Да и не стесняйтесь, берите, блядь. Только смотри у людей, когда люди угощают, вот очень-очень аккуратно, блядь. Потому что могут в пирожки всякую хуйню засунуть, блядь. Девятерых одна бабуля отравила, короче. Шестеро умерли, троих откачали. Это какой-то позор?